Ну что, мы больше не ходим по квестам с самыми маленькими, да? Как в Таркове. Ну, типа, вместе делать квесты. Мы же ходили только что. В смысле, не ходим. Че он нахуй? Все спит. Блять. А с кем вы ходили? Ну, в смысле, мы же с тобой ходили на чебанов. Потому что меня все залутали, блядь. Да я же вылетел. Правильно съебался? Так, в смысле, не ходим, я просто не пойму. Пошли со мной кабанов резать. О, это мой друг, кстати. Да? А ты уже донастроился? Вроде как, да. Вроде, ну, просто надо зомби, а потом... Да, залутали, Родос. Меня твой тут, мой свой труп залутали, но у меня там нихуя не было, как бы. Максим, ты можешь к нам бежать? Тут кабаны есть. Есть, да? Ну, их только мало, так же, как... Мне парочка нужна. Ну, вот эта тройка... появляются. Так ты хотел проще на агропроме там тусить, дефармить их и все. Ему же части нужны еще. Так он их и срежет сразу. Я и режу сразу. Да. А, кстати, вот тут стреляют, блядь. Я его вижу, ну, да, даже, да. На. Почем пизде о нем, блядь. Вдруг он моих плотей убивает. Асма, да ты воюешь? Кабанов, наверное, убивает. Асма? Это я убивал зомби. Я ж по заданию, надо, я их когда вижу, кормлю. Человек человеку, кто? У нас бежит Джокер. Он нас увидел. Это плоть, ну плотей-то в него. Попал в него. Блядь, он умел, он лег, но я попал в него, Джокер, он прям перед тобой бежит. Гандон, сука! Убил его. Убил? Бей плоти себе, блядь. Блядь, вот и плотьки, которые мы все ждали, сука. Я бегу к себе уже. И ебал нахуй, хули я умираю, как... Бля, он лег и стрельнул, я умер, пиздец. Залежал тебе. Здоровяка? Да, здоровяка. Почему я появился на болоте, нахуй, в километре, блядь? Такой спам? Видимо. А, не-не-не, это Джокер в километрах меня. Джокер. Да. Его СКС-ка, блядь. Ой, СКС-ка, блядь. Серё, ну Мали вообще... А вот, прошли мы с тобой мимо. Проверил? Да. Зомби справа. Пойди поформи, если хочешь. Уверен? Ну, если хочешь. Что, они тут сбегут сам 20-ку. Я пойду постреляю. Давай, я просто слышал, как она хрюкнула один раз. Я тоже, вот я бежал и тут, всё, и тебя... Исчезло. Просил гинтя на кухню. Она закопалась под землю. Свинота. Бальет, конечно, как из ведра. Да, жестко. Дождь часто стал идти. А? Дождь часто идет. У меня проблемы. Бля, ман, иду. Ты решил проблемы или нет? Нет. Охуеть. Бегу. Пиздец. Все, все. У меня аж туннельный этот появился. Угу, я понял, типа оглушили сильно. Там еще вам, друзья, но я их добью, они вроде не агрятся. А, Джокер, на меня плоть. Да. Блять, походу плоти реально к трупам бегут. Серьезно? Да, там труп кабана я поставил. Блять, черт, меня укусил. Заразил. Да? Да, да. Убили всех они раз. И теперь они сидят все на базе и ждут, когда мы подойдем, чтобы убить нас. Вот это мемно будет, кстати. Да? Нет. А прикинь, блять, охуеть. Со всех сторон. Сидел, который первый, он сидел, сука, в камышах. И ждал, кто у нас их зоне. Охуеть. Мы были метров 300 от базы. Охуеть можно просто, какое чмо. И потом мы его убили, короче, и начали выбегать с базы еще, блядь, четверо. Точнее, один, мы думали, это его тиммейт, мы его убили. А там еще трое, блядь, оказывается. Дичь. Так, наверное, на сейф зоне.
Немножко подальше это куда? Ну просто там стоишь, но не прям в упор к ним. А, прям по колючке, ага. Нормас. Так. Где кастрик? Джокер, у тебя нету компаса? Тебе дать компас? Есть, есть, я взял только что. А кастрюли нету там, да? Нет, там чел создал кастрик. За под навесом там справа. Угу. Блядь, забыл. Минус, сука, физраствор, блядь. А, ты здесь залил? Молодец, да, какой, умничка. Да, похуй, у меня еще их два, конечно, но все равно. Две ебаных плоти еще надо убить. Слышь, Асма, длинную палочку себе сделаешь, два. Поможешь мне? О, точнее. Что сделать? Длинную палочку. Я перелезть, блядь, не могу. А, там не в упор, как ты и сказал. Просто стоишь на месте, смотришь вверх и прыгаешь. А, вверх надо смотреть, очень много. Mm-hmm. Я просто один раз получалось, я думал, как. Палку тебе надо? Нет, я уже себе взял. Я говорю, если поможешь мне пожарить, то будет хорошо. А что, у тебя еды нет, или что? Зачем тебе? Есть. Здорово. Ну, я бы хотел пожарить, у меня мясо есть. Сейчас нахуй мы сюда выставил добавим. Выставил Рамблина за 12 тысяч. Палки, блять. Хоба нахуй. Все, я сел жарить. У вас у всех компасы есть? У меня, да. Подожди, у тебя есть компас? У тебя был в ящике, посмотрю. Я просто могу дать тебе. Так, мне, кстати, нужно убить сейчас, получается, 9 плотей. Ёбаный рот. Тёмная долина. И два глаза. Долина, да. Можно через ствер пройти. В смысле, зачем темную долину? Я их здесь нахуярю сейчас. 9? Ну, блядь, тут можно, да надо всех убить нахуй, людей, контролить их точку. Пошли, блядь, какие проблемы. Асма, пошли нахуярим. Что у меня последнее? Присоединяйтесь, пацаны, вы чё? Сегодня мой день. Джокер, иди с ними, я пока рассортирую и приду. Сегодня я посасываю. Ну, бывает. Сейчас мы нарушим колесо сансары. Самый ужас, ты когда бежишь, а я съел... Блядь, нахуй. Плоть, блядь. Ну вот, первая пошла. Плати, чтобы он закончил ебаный квест, или один скотина надо жить. Мне две надо убить. Чтобы он... Бля, Асма, это ты, сука. Еще одна хрюкает. Да я далеко от них, я в другое место пошел работать. Тут их дохуя, короче, если шо. Это там, где помнишь, мы ночью, блядь, встряли? Или не помнишь? Ночью встряли мы? Да, мы бежали ночью в SkimCity, у нас плоти, блядь, конца краем не было. Ты и Аэроплосс. А, ну да, это дальше. Так это там дальше, нет? Ну мы туда и идем. Ладно, пойду помню. Вы левый фланг, ребят, чистить будете, да? Джокер пока один туда пошел. А пошли с нами. Я иду, мне две надо убить. Две, если две убитые, я могу уступить вполне. Зомби буду стрелять. Пожалуйста. А, да? Что, плотный попался? Че? Только огни аэродрома, мы убежим. Да что они такие живущие? Тебе же хрезать не надо, правда? Не надо. Ну и хорошо. Да, не понимаю, чем чинить нахуй разгрузочный жилет, блядь? С корняком? Знаешь, с корняком, наверное. Я не знаю, разгрузочный мне ни разу не повреждался. Что, у тебя плохо все? Поношено уже, блядь. Повреждено, точнее. Ого. Ну с корняком, с корняком. Потому что шитьям набор не чинится. Ну, плоть разделали, просто чтобы мало появилось. Я разделал, да. Видно на шитья, либо это тот. Наборы шитья не работают. Выстрел. Огонь? Я выстрелял по зомби. Назад поглядывайте, там могут прийти сивы всякие граждане. С корняком пишет. Ясно, спасибо. Ну я ботинки с корняком все взял. Я вообще не знаю, что тут набор для шитья чинит, если честно. Ничего. Он на продажу. Вообще обычную одежду, но одежда всегда не тронутая, так что. Not big deal.
Но not big dick. Вот еще одно бежит ко мне. Твое. А? Ты про платяху? Я говорил, Саня, уступлю платяху. Захуярил, блядь. Но они, сука, быстрые, Сань. Тут такое дело просто. Твари кидаются. Огонь? Я стреляю против. Угу, их тут дохуя этих платяху. Смотри. О, есть. На дикой территории, наверное, где-нибудь? На дикой территории, да. Только вечно этих людей нет, да? Квесты есть, а людей нет. Перед нами тип Мерка Бунгало 1. Бля, близко? От нас? От нас, да. Вот переходит Бунгало 2 справа налево. Радус, к тебе бежит, блядь. В тебя смотрит. Ебать, он меня убил. Где, блядь? Я его, сука, даже не видел. Убил. Какого хуя? Чего он был, блядь? Так су вроде. Достал своего, блядь. Да пиздец, бля, я бегу, никого не вижу, бан, я умираю, блядь. Сталкерские доллары у него, бинты, миллионы. Понял, доллары? Блядь. Доллары нужны будут. Хорошо. Хорошенький. Жалко, мертвый. Ну давай, отдыхай. А где Рада лежит? Где-то здесь на дерибасе. Да, это мои, наверное, были. Но я с этого типа взял только что патроны, 7.62. По-моему, у него не АКМ был, Раду, а СКС. Я вот что. А, да? Да. Он просто решил с него стрелять быстро. Типа ту-ту-ту-ту, и поэтому проиграл. Я просто сказал, он бежит на тебя, бля, я даже его не вижу, на. Ну, я метку вроде кинул. Не-не, я видел метку, но... Типа, бля, передо мной елки, я думал, ну где-то, наверное, там. Ну да, он сидел в кустах, это правда. Я просто понимал, знаешь... Пойдем? О! Вот тут, по идее, перед нами должны быть, типа, на плотке. Тут церковь, здесь справа церковь. Мурка, блядь! 153-я, да. Ебать. Поздравляю. Спасибо. Пошли на этот, засейвим. Так возьми просто ее в руки, а вторую этот... Да взял уже. Ну все еще мне не очень удобно теперь. Бля, нихуя вот себе, блядь, тайничок. Сколько, говоришь, потратил на нее денег? Ну, 30. 25. Вот так вот. Бивать у нее мушечка такая маленькая, прикольная. 860. А, какой в плюсе? Я, блядь, мурку нашел, нахуй. Быстро. Похуяримся, пойдем? Или на захват? Пошли. Рада, ты ж не ты был? Нет, вот я вижу его. Двое. Угу. Где они? Рада метку поставил. Убегают сюда. Не в сторону деревни бегут, вправо. На себя в зону летят, да. Бунгало сейчас на них выйдет. Два, там двое. Бунгало, один мертвый. На тебя Максим выбежал. Он на тебя бежит, Рада. Убит. Блять. Ты убил его? Да. Ты нахуй меня чуть не перехуярил, блять. Ебать, Радос, иди вижу, я сейчас сдохну, у меня дырок, пиздец. Да нахуй, смысле, в прямом, блядь, ты меня, у меня три дырки, блядь, фулл хп нахуй мне снял. Я не могу тебя рано обрабатывать. А как я так, блядь? Рано решил под шумок. Ты его перевязывать будешь или как? Я перевязываю его. Я, кажется, сдох. А нет, не сдох, нормально. А есть хилка? Физраствор у тебя. Какой? Я продал его нахуй. Есть хилка. Бля, физраствор никогда не продал. И еще одну давай, на. Давай, не всяк, спасибо, этого хватит. Да, как я так? Я даже тебя не видел. Ты в меня нахуй три дырки, блядь, оставил. Я чуть не сдох. Ты скорее всего я застрелил чела, и пока он падал, ты дал в него выстрел, и все пули над ним прошли. Да не, я, блядь, вы... Этого последнего я убил, если что, и первого я убил. Нет, я, у меня 9 убийств, было 8. А, ну хуй знает. Ну просто я прям последнюю стреляю в этого, и он падает. Мне больше нравится, это невозможно, блядь, а как я получил? Господь Бог меня с калаша расхуярил, или что, блядь, я не понимаю. Я не сказал, что это невозможно. Я просто говорю, что я, ну, по логике... Не, естественно, это не специально. Не-не, да, он падал, и в это время. Но я не стрелял. Я не стрелял больше. Не-не, он уклонился. Знаете? От пуль, падая, и все пули попали в Максим, я тебе гарантирую. Да, блять, да он в меня стрельнул, у меня попал чувак этот. Как я мог стрелять? Особенности национальной охоты. Три штуки вижу.
4 их должно быть. У меня вот 4. 4, да, вижу. Максим, беги, блядь. Так я убиваю их. А, да? Давай еще. Зомби, блядь, сейчас зайдет за мной. Зомби убью. Это плотно. Зомби убрал. Иди потей. Так, проверю квест в процессе. Еще одна нужна. Меня веду, иди ко мне. Бегу. Ну потом мне перезайти. А еще, еще, слышишь, слышишь, бежит где-то. Звук был хряк. Я не слышал. Слышал? Я да, был хрюндель такой. Ладно, беги к смодаю тогда. Бегу. Бля, две несу, везу уже точнее. Бля, сейчас глаза вытекут нахуй. Ай, укусила, сука. Так прихуяли, может? Я еще одну день найду. Две. Я в водоводу сейчас зайду просто и все. Она будет смотреть, как я буду перевязываться. Моя на меня кинулась прямо в воде. Ты не слишком глубоко стоял просто. Mm-hmm. Ну я дальше бегу. О, за мной. Нет? Это да, Асмодея, что ли? Походу, все, у меня крашнуло. А ты бы меня взял бы с собой в Майами? Конечно, мы бы с тобой эти контейнеры открывали. Я был бы твоим сыном, ебать. Я, кстати, понимаю, как она бы поехала в Майами работать. Как ты бы поехал в Майами с визой, я не понимаю. Ну, как муж нельзя. Нет. Как... Огонь? Огонь прямо на выходе. Блять, там хуярь, я это вижу, блять. Прям перед Максимом где-то. Да. Ну вот тут, не, сзади, сзади него. А, да? Да, да. На моей метке прям хуярится. Максим уже там. Ебашу, бунгало один. Как этот. Тип с длинным калашом. Да и с музякой бегает. О, все, пошел движ. Убили его, нет? Нет, нет, там живой еще один. Там была перестрелка. А что за лопата один, тефтели один, блядь, что это такое? А, это я пока... Это лопата один, и там, где стреляли. Моя метка прямо на врага. Боюсь, что к нам сейчас в спину подойдут. Да никто не подойдет, я же с левой стороны. Нет, с сейф-зоны выйдут и... У нас просто смотри тут с бумбоксом. Мне кажется, он ушел наоборот направо. Да, он мог. Даже ко мне не шел. Я ничего не хочу сказать, по-моему, там была 74-ка с ПСО в руках у типа. Может, все с этим, с 74-ка? А, нет, уж типа. Ну, это рассвет тогда. Тут рассвет 5 игроков на сервере. Да, вижу, вижу его. Дальше впереди там ходит. Привет, да, я вижу, вон он бегает. Тетель один. Поставил, убрал. Вроде он был, да? Да, направо побежал. От бунгало чуть правее метка. Вглубь туда. Ты что, мы что, хотим что-то развеять тут? Ну, мы смотрим пока, идет бой. Что ты хочешь? Развеять. Прах их хотим. Ну, просто я... Огонь? Это он, походу. Ну, пошли встретился. Еще правее с грибом. Я думаю, это он там мутантов отстреливает. Музыка орёт, нихуя не слышу. Какая музыка? Он с бумбоксом бегает. У меня бумбокс не вырубился. Музыка громче, глаза открыты. Блять, мне страшно находиться рядом с модаем. Не находись. Он там прям в музяках хуярит. Да я нихуя не слышу. Блять, какой ужас. Ощущение, что он в сторону дерьбаса просто мотанул. Да, он немножко бежит. Крутит. Направо, скорее всего. Я вижу огонь. Радуги плохо. Да, он просто пошел за крутью. Убил.
Красава, ебать, это он был, походу. Это он был, да? Да. Радуга тебя перевязать не надо? Вряд ли, слишком как-то он напрямую должен был пробежать. Слишком близко, да, мы бы увидели. Товарищ его, может, сейва вышел. У нас 74-ка он был. Да, 74-ка, я тоже видел 74-ку. Нет, ну я иду, может быть, это обычная была калаш. Не... Небольшой, а обычный маленький. Ну, Ксюха, типа, я думаю. Ну, ладно. Типа, вас интересует, как он проскочил туда, да? Бать, он тупо да, в сейф-зоне, блин. Он убегал от нас, а не бежал к нам. Угу. Да и тем более мы слышали, дробовик там еще работал. Так, ну они да, мне еду привезли. Прям так. Стоянка на свалке. Хил на свалке. Ну, хотите, я быстро пойду с дамой, пойдем на свалку. Погнали? Погнали. Кабаны у вас справа от металла. Огонь? Аккуратно. Yeah. Это по зомби. Понял. Сейчас повечереет. А где точка-то? А у нас фонарики есть. Самый yeah, север. Как а, включаю. Сейчас мы... Это мне? Ладно, к тебе. Я его это, да. Блять, я заболел. У кого-нибудь есть что пожрать? Кабан вон. Да, да, у меня есть. Будь другом. Да. Я не взял. А вам копыта не нужна, видимо? Мне нет. Ну возьми, мне, наверное, нужно. Возьмешь? Взял я две штуки с Максим. Да, две, спасибо. Там на я возьму наверху. Так биржа не сразу закрылась. Ну он, я подожди, может утро? Ты внутри? Ты внутри что ли? Не, я зашел назад, не заходите. Давай зайдем, да? Давай зайдем, чтобы он сошел. А он убежит ночью, он убежит же ночью. Пусть захватывается ты. Ладно. А мы отбелим потом, сможем? А зачем да отбелять, мы продолжим просто. Тебе, Максим, там фонит. Да, вижу, действительно. Ну да вижу, что горка. Сколько там времени? Информация. Полуночь сейчас. А, нет, 10-10 только. А, 10 он вечера только? Зон 1, да, он. Время миссии, время в игре, да-да-да. А, я думал, ты пойдешь на гору со стороны бара, там где ТПшка, понял? Не-не, думал, типа, на гору, типа, чтобы сверху посмотреть. Ну, светает. Да, да ждем да. Потихоньку, смотрим. Ну, прям хорошо светает. Один где-то на окраине. Да, я тоже так думаю. Может быть, со стороны всё, бара. Выходит, заходит. Второй, скорее всего, на самом верху. Там, типа, если доходишь... В угол, вверх. Он может снизу сидеть там в мусоре. Да, он может вообще где угодно быть там в этом мясе. 5 зона. Вышел. Может обходит? Ну я смотрю, я вверх не вижу самый. Да, я вижу вверх, но там никого, да, пока. Ну, может, он там где-то лежит. Он, мне кажется, внизу где-то там прилег в развалинах, блять, в этих, да лежит, отдыхает. Да. Ждет. А если заточивый газ ему туда? Есть. Да, есть, у меня тоже два. Хочешь бросить? Он же закашляет, да, по идее, он будет умирать. Наверху вижу, спрыгнул слева, ушел на НЕ, убегает. Вот тут, на ветке бунгало 1. Съебался. Он может на захват вставать, он съебался. Ты вставать на захват. А что же, он утра дождался, чтоб съебываться. Понимаешь, что ночью нет смысла драться? Ой, точнее. Ночью как раз по съебам давать самый смысл, по-моему. А ты уверен, что он сбежал именно? Нет, но я уверен, что он спрыгнул. Я видел, как он в лес ушел здесь. А, то есть он в лес ушел, правильно? Ну, типа. Я вижу его. Раненый. Бунгало 3. Убил? Убит. Ушителем. Убит. Минзон 54. Он так. Довольно жесткий. Он в бронежилете, учителем. Он в бронежилете, по-моему, у него вообще М113, по-моему, это тот самый, он в притнике, он выдержал много. Аккуратно, чтоб тебя пятый там, с гридом не сидел. Какой пятый? Плюс ну, один который был быть. В зоне, да, еще один же был. Ебать у него тут лута, ребят. Да я прочитал сообщение мистера Психа в чате, типа надо было кинуть у него магнитофон включенный, блядь. Ебать, ребят, ну тут пиздец вообще. Красным фонарем. Чё там? Все, что хочешь, блять. Что, ну там броник и все остальное? Артефакты, да. Надо кому-то подойти помочь мне, а латать. Какие арты?
Я уже взял пустышка там, и, по-моему, что-то еще светляк. А, ну. Класс. Патроны спиздил. Ключи возьму. Гаечный ключ не нужен. Открывашка, наручники. Порядочный мужик, слышь. Хорошенький. Вообще пойдет. Воды, смотри, сколько носит с собой. Нет у него бронежилета, друг. Жил очень хорошо. Может, говорю, не регали попадания. Так а что, какой-то хорошо одет или нет? Да нет, заря комплект. Одиночка, заря. Разгруз и стрелял чем-то с глушаком. Рюкзак как у нас, то есть как нет. В капюшоне, да? Он тоже. Не, он был прям хорошенький. Ну и у меня сотка есть, я тебе подкину, получается. Да, я же тоже не хочу. На деревню наловит. Я же с голой жопой тоже не хочу оказаться. Может, по десятке скинете Алексею, пожалуйста, в счет меня, я потом еще отыграюсь. Ну ему сейчас деньги вроде бы не нужны, он тоже собирает, как и мы, правильно? Ну, я пока собираю. Тефтеля ты, да? Тоже на тефтеля, да. Ну просто я бы типа оставил 19 тысяч себе. Сейчас. 220 тысяч. Так, сейчас. Тефтеля, передать, все ушло. И сейчас бы по десятке скинули вы, и Алексей бы десятку, и мне было бы на что покупать. Так, а что это за карта? Тебе сейчас десятка нужна или что? Десятку Алексею что надо, а не мне. Алексею перевести. Зачем десятку? Просто потому что он покупает. Нет, нет, чтобы я себе оставил 19 тысяч с душой. Я понял. А, так. Сейчас, да. Покупаю тебе. Как он называется? Снавигируй меня, чтобы... Внизу бронежилет он называется. 250 тысяч торс? Стоит. Нет, да, нет, там жилет. Иди себе жилет. Выбирай, какие хочешь. Жилет. Жилет. А, сейчас, сейчас я тебе скажу, какой. Сейчас я тебе скажу, какой. Ага, вижу, блядь. Так, жилеты. Там бронежилет. Да, бронежилет. Да. Лучше для мужчины нет. Так, сейчас я сначала этот... Ему деньги. Сколько он там? 250, по-моему. Да, 250 тысяч. Я хочу... Второй снизу, зеленый такой. Сейчас, погоди. А лучше самый нижний. Самый нижний хочу. Бронежилет, самый нижний. Он такой... Да, как... Цифра. Нет, он такой камов с грязью. Кама с грязью, вижу такой. Так. 2500 репа, минус 800. Нормально хватает. Бронежилет. Оп. Пить. Подтвердить. Максим? Я Евгеньевич? Здесь. На месте. Одевайтесь. Ништяк, ебать. Вообще, как так и сидел. Спасибо, мужики. Ебать. Ну что, сука? А на него есть слоты? Слоты? На него есть слоты, Максим? Ни одного. Блять. Его, Максим, смотри, значит, не повешаешь карманы. Угу. Крусейдер, а что это за карта такая? Нет, есть, подсъемные карманы у него есть. А, так ты спросил, есть по 4 гранаты? Нет, в самом нет, и кобура даже есть. Все, 4 граната и... Даже кобура для пестика карман, есть. Да? Да, и кобура для пестика тоже подсъемные можно повесить. Подсъемные карманы 20к, и там будет 20 слотов. 500 метров бежать. Со скольки там в зону можно уже зайти? 250 где-то? А, инзон 5, да. Ребят, инзон 5. О, это будут эти, рассвет. Значит, рассвет. Будет файт. Ну, вам нужно сдалека сейчас так появиться. 4, типа... С вашей стороны там в лесу точно будет кто-то. Скоро рассвет. Сколько их всего? Их пятеро. Тут 4 у меня. А, да, их тут 5. Инзон 6 уже? Да. Ебать. Они могут рассосаться по всей, мне хоть сидеть там. Ну я тоже рассосался по всей. Один. Я вот думаю, вот там кто-то точно сидит. Вот в том лесу. Бунгало один. Ну да, я твой радиоприемник продаю, мне некуда его положить. Или оставить себе, с собой. Положи у себя пока. Мне нет места. Я понял, с собой ты носи. Ну, в кассету хотя бы можешь спрятать? Да. В кассету радиоприемник можешь скинуть там, подкинуть его. Кассету жалко. Хорошо сидят, не вижу никого.
кустам рассосались. Я уже даже кусты не просканировал, не вижу пока. Девяносто 5%. Да, то есть их 5 человек. Ну забрали. Да. Ровно 5. Я зашел в зону. Угу. Он не вышел пока. Он не вышел ни в какую сторону. Вижу, вышел в сторону кордона. Пошел на кордон, бежит. Залутан очень хорошо. Но очевидно, они там вчетвером или впятером. Да. Но я буду преследовать. Бегут они на юг. Ты на перерез идешь или как? Ну да, немножко. Я попробую откусить сейчас. И потеряюсь где-нибудь. А мне? Работают. Я умер. С глушака что ли? Угу. Не один смысл. Выстрел. Я все. Там иксы, наверное, есть. Я таких звуков выстрела. Вот в этих лесах где-то точно есть. Вот тут. Ладно, хуй с ним, плевать на деньги, го, попиздимся, да? Где-то тут, наверное. Угу. А я ему на перерез кордона иду. Кек. Могу поймать его? Можешь попробовать. Ебалово. По тебе? Минус 2. Ого. У меня еще будут. Не знаю. Еще 3. Или 2. Мне с высоты стреляют. С какой, непонятно? Метка. Где-то 3. Третья. Я понял. Ёбаный кабан. Чтоб ты сдох, ёбаный кабан. У меня опять кровотечение, я все. Вяжись, ложись, вяжись, не думай ничего. Все нормально будет. Они могут ходить по мусору или что? У них радиозащита есть? Походу, не знаю, он стрелял как будто с высоты по мне. Кому? Не по мне. Походу, его всякие зомбики и хуйки его ебут. Не слышу даже шмальбу. Сотри все метки и поставь актуальную. Актуальный район единицы. По мне. Вижу, блядь, не понимаю нахуй. Блядь, с противогазиком где-то. Блядь, сука. Метка бунгало 1 актуальная. Это за трактором. Нет, это я отработал. Живой? Он да. Смотри, он сидит на месте там. По мне?
наблюдаю трактор. Ты живой? Да, я в порядке. Он там засел плотно, там он, типа, под низинкой, под трактором. Короче, со стороны СТР сидит, в нашу сторону. Огонь. Это я стрелять пытался по нему. Получилось. Бля, меня кабан спалил, я к нему в спину заходил. Очень страшно. Смотри, есть еда какая-то? По-моему, нет. Да, блядь, что ж такое? А вот надо с собой таскать. А где ты убил этих хлопцев? Пошли, блядь, возьмем снайпер. А, нет, есть какая-то хуйня. Держи. Давай любую. Пойдет, ебать. Бой аппетит. Что это происходит? У меня прям убил его. Красава. Нет, там еще один. И нормально, двое. Нормально, нормально, нормально. Просто отступись. Одного убил, да? Там да, кабан. Я вижу. Я спай полумертвый. Вижу тоже. Что я беру? Ему хуёво. У меня кабана, если кто-то сможет отстрелить. Не, давай сам, он, тот тип тебя не патронов. Задушит. Это последние патроны были, что у меня, я все в него всадил. Три метки. Убрал метки. Я умираю. Блядь. Я к вам кабана привел. Сейчас попробую трупчик иду. Залутать. Иду, иду, иду. На меня веди его. Какие патроны тебе надо? Ко мне подойди, получи. Так, я с трупа подниму. Нормально все, пока. У меня. Я его вижу. Агрю. У меня тут. Умер. Чего, блядь? Разговоров-то. Еще на НЕ на 60 был один. И на 151. На НЕ, да? Ну, тогда он по тебе с той стороны стрелял, да? На горе, что ли? Мусорный. У них О! Это чел с деньгами. Да, 30 тысячами. О, бери, пошли. Есть физраствор там? Я поищу. Быстрее, ребят, там уже, блядь, летит нахуй на голову с юга. Я бы хотел забрать того, кого я убил еще. Очень хотел бы попробовать. Блядь, я вам 30 тысяч скину, я полудохлый, держи. Иди за деньги, забирай, иди уходи с ними. Да, иди забей, блядь. Бля, ну такой вкусненький. Ну что ж, с деньгами уходишь. Я пойду своего посмотрю хотя бы, мне тоже очень интересно. Я был, где я второго убил. Да, тут керриеры, блядь, патроны, да, блядь. Еще деньги, слышишь? У него тоже деньги. Так они на два разделили. Они разделили, да. Ёп твою мать. Я думаю, я не бля, верю, мальчики. Что они так быстро до этого еще докачались. Еще плюс 2, тишина, у нас еще плюс 2. Пошли, уходим. Да, валим просто оттуда. Ебать там, кошельки нахуй открыты, я вам так скажу. Я это. It's все равно, raining, man. Ой, могу проверить кого-то. Я на Родоса. На Родоса надо шлепать. Угу. Я прям к нему бегу. Огонь со спиной. А смотри, шел остаться или что? Ну, я тогда остался навсегда, лучше я уходить буду. Пойдем, пойдем. Да, свой трубы разлутать, конечно, ладно. Хоть. Да забей мячом. Деньги есть деньги. Тысяча с 30 тысяч. It's raining money. Я, короче, появился, у меня магазин на калаш. Я забежал прям к ним на горы в спину. Долбит на... Нужен. У меня все серое, как... Давай в баре расскажем. Хилки есть. Ситуация. Нужны хилки, Асма? Хилки не нужны. Не, хотя... Хилки нужны. Есть одна. У меня еще есть две. Я типа схватил. Мне тебя подождать, наверное, да? Я Алексей, там могли на репу тоже донатить. Раду, в баре были? Сейвзон? Раду, ты в муте давно уже очень. Бля, пиздец. Я говорю, да, в баре было, да, есть. И нет смысла. Я говорю, не надо прыгать на телефон. Понял. А, не надо в барыть? Лучше не надо. Лучше пешком. Потом пойдем. Хорошо, попробуем. Я тебя, Максим, покушать. Выйти, не ебать. А я взял колбасу. А. Выйти? Да, все равно. Вы ну, что-то да. Еще планируете делать? Не. Не. Типа потом занести бабки, чтобы не кемпили бар. Я вам деньги раскину ваши, которые. Ну потом тогда. Ну тогда можно реально выйти и не ебать себе голову, потом зайти уже до 10. Ну, смотри, я тебе скину твой радиоприемник. Конечно. Ну, проблема.
Ну, короче, на горе F3 вниз долбит радиацией, но я бегал там достаточно долго и жил нормально. В этой, в заре. 74-ки там были. Вот у типа 74-ка с оптикой была. У кого-то М-ка была. Да, у них М-ка была. И у всех по бронежилету, который стоит по 200 тысяч. Типа койот, mm-hmm. который наемнический такой. Не как у тебя? Нет. По мне, по мне. Огонь. Откуда, с горы? Даже не слышал. С телепорта. С телепорта, да. И дал метку примерно на него, типа, теле 2. В смысле, они в спину стреляют? Не. Выстрел из телепорта. Ой, да, прям с ТП-шкой. Может, кто-то посмотрит туда? Я сейчас посмотрю. Я дробовик. У кого посмотрю, денег конечно, нет, пусть прогуляется человечек. Да, они просто ТП-шнулись на бар и кемпят теперь отсюда. Так, а как он на телепорт вышел так быстро? Ну, уверен, что он со спины? Я слышал вроде с телепорта. Я слышал с телепорта, слышал точно. Я не слышал выстрелы, а только хлопки слышал. Я слышал. Я слышал тоже с телепорта выстрелы. Блять, сколько раз прямо повторил? С горы телепорта. По лесу меня пройдите. Да я уже на точке. Ты в безопаску забежал? Да. Наблюдаю Стиль. Лес. Я никого не вижу, я угол другой взял. Вон сидит на бунгало один. Бунгало один сидит тип. Побежал, он видел, он знает, что я увидел его. Убежал налево, бежит в телепорт. Бунгало 2. А, да, вижу его. Попал. Ебать, а что ж ты так жмешь-то нахуй? Да, бля, я на ходу это делаю. Ты попал в него, ему хуёво. Бунгало 1, да. Но он назад ушел за складку. Кассету взял с музыкой? Да она у меня, да. Чё, врубай. Кинуть её, что ли? Врубай. Ебать, мужики. Он там не один сидит, там их пятеро, наверное. А чё она не включается? Батарейка есть? Да. Ты его залепил, да? Давай мне назад тогда. Батарейка? Блин, у меня нету батарейки. Максим, тебе нужна хавка? А, да, пожалуйста. Я не Максим. Вот Максим. О, бекон, спасибо большое. Ну что ж, поздравляю вас, отлично.